Приветствую вас. И если мужчина не раскаивается в своем поведении, если мужчина не сожалеет о том, что изменил вам, если мужчина считает, что он сделал все правильно, и вы не видите с его стороны желания реабилитироваться в ваших глазах, то, конечно, такое прощать нельзя. Потому что измену вообще очень тяжело простить. На это требуется время, потому что и доверие рушится, и психологическая связь, и отношения вообще очень сильно претерпевают изменения и деформации. Поэтому, если мужчина ничего не делает для того, чтобы нагладить свою вину и даже не осознает ее, то, конечно же, прощать измену ему не стоит. Что касается вашего вопроса, почему он так поступил, хотя вы на него не давили, дело в том, что вполне возможно, вы своему мужчине слишком сильно показались преданным. То есть вот он воспринимал вас как на 100% преданную девушку, и вы уже ему были неинтересны. С другой стороны, ревность и выяснение отношений – это свидетельство неуверенности в себе, мужчины. И тогда измена, то есть связь с другой девушкой, это не что иное, как желание самоутвердиться за счет нее. То есть мужчина, изменив вам другой девушкой, по сути дела, просто стремился потешить свою самооценку и не более того. Причем он считает, что такое поведение с его стороны оправдано, он считает, что в своем праве, видимо, и это говорит о том, что мужчина, в общем-то, эгоист. Нет, вам абсолютно в данном случае нельзя прощать измену, нельзя ему доверять, потому что нет никаких доказательств того, что мужчина вновь вам не причинит такую же, а то и еще большую степень боли. Поэтому лучше будет, если вы расстанетесь, поняв, что мужчина попросту испугался, скорее всего, ответственности и не оценил вас, не оценил, насколько рядом с ним была преданная, честная, порядочная девушка, которая была готова создать с ним семью и жить только ради него. Уверен, он в будущем еще не раз об этом пожалеет, но будет уже поздно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен.